Сегодня, в День памяти и скорби, Северский район присоединился к общероссийской акции «Минута молчания». Станичники собрались в парке имени Пушкина, чтобы почтить память павших воинов и тружеников тыла. Это беспрецедентный пример для того, как тех людей, которые ценой собственной жизни защищали нашу Родину. И мы все сейчас должны это помнить и понимать. Наши прадеды, деды ценой многих жизней, жертв и страданий отстояли наше право просто жить. Этот день мы не только отдаем память и скорбим о погибших, мы должны помнить, что явилось основой, что послужило причиной для этой страшной общемировой трагедии. В 12 часов 15 минут по московскому времени жизнь всей страны замерла на минуту. Именно в это время, ровно 81 год назад, в эфире прозвучало обращение к гражданам Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Под звук метронома собравшиеся отдали дань памяти так и не вернувшимся с полей сражений предков. Война, продлившаяся 1418 дней, унесла жизни более 27 миллионов человек и навсегда стала самой трагичной страницей в истории нашей страны. Пусть подвиг защитников Родины живет вечно в сердцах и памяти людей.